Всем привет! Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Приветствую вас на моем канале, на моем новом ролике, на канале Range 3 восьмерочки. Все как обычно. Перед началом просмотра не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще этого не сделал, и написать крутой комментарий, который я обязательно лайкну. Что ж, а теперь переходим к сути ролика. Здорово, друг. Здорово. Что ж, скоро Новый год 2020. Скоро обновление будет, как мини-обновление очередное, так и глобальное обновление на Redmi MTA. Ну, мини-обновление, думаю, добавят уже, может, даже на днях уже снег. Зимнюю карту добавят, лед, океан, замерзнут, синоптики заранее рекомендуют переобуть шины, подготовиться к такой нежданной встрече со снегом, и в частности это касается дрифтеров, потому что они смогут дрифтить на замерзшем океане, на проработанной замерзшей трассе по океану прямо рассекать, как Кен Блок. Так, ну, так что будьте начеку. И в честь Нового года наступающего я бы хотел устроить розыгрыш на первом Радмире и, возможно, и на других серверах. Но это все также будет в этом ролике, поэтому смотрите его до конца, слушайте внимательно и не забудьте оценивать в первую очередь лайком, во вторую очередь уже комментарием, ну и к первой очереди забыл добавить подписку, так что лайк, подписка, крутой коммент, и все будет окей. Так, ну что ж, теперь давайте перейдем для начала к призам, покажу, что я разыгрываю на первом Redmi MTA. Поехали. Так, первое место достается этому красавцу BMW X5 F85. Только зацените, какой тут винил. Очень крутой винил, крутой автомобиль на крутых дисках, в крутом тюнинге. Это у нас первое место. BMW X5. Зацените, какой же топ. Крутой автомобиль. Это у нас первое место. Как вам такое? Давайте заглянем в салончик. Салон тоже проработанный, качественный. Без нареканий, как бы, да. Надеюсь, вам уже это нравится. Теперь переходим ко второму месту. Поставить данный автомобиль, именно BMW M4. Это у нас второе место. Крутой тоже автомобиль в тюнинге, на винильчике, на дисках, дрифт такой, дрифт настройка. Если что, мои тачки, но я для вас их разыграю на стриме на Новый год. Ну, не совсем на Новый год, как бы, это мы уже потом посмотрим. Вам тоже нужно от игры немножко отдохнуть, и мне по возможности посмотрим, это уже чуть позже. Это у нас второе место. Переходим к третьему. Третье место достается этому красавцу BMW X5 E70, тоже в тюнинге небольшом. И внутри тоже есть там тюнинг. Насколько я помню, выхлоп Акрапович. Все как надо. Это у нас третье место. Переходим к четвертому. Четвертое место я решил дать этому красавцу, а именно Porsche Cayenne. Посмотрите, какой он крутой. Крутой аппарат. Еще посаженный немножко. Да. Смотря .ру. Ночь — это наш день. Все верно. Зацените. Это у нас четвертое место. Пятое место я решил отдать Volkswagen
А именно какому? Артеону. Конечно же, Артеону. Это у нас 5-е место. А мы переходим к следующему серверу. Далее на очереди у нас, смотрим, да, первый сервер. Тут будет 2 призовых места пока что. Итак, встречайте, 1-е место. Это у нас BMW M3 E46, 1-е место. Встречаем, 2-е место. Mitsubishi Lancer, это у нас 2-е место. То же, вот мы и перебрались уже на 3-й сервер, смотрим, да, 3-й сервер, и что же у нас тут на розыгрыш? Тоже пока не особо много, нужно тут кое-какие дела совершить, там, нужно тут кое-какие покупки сделать, как бы, ха-ха. Да, благо нашего клана, скажем так, очень важная покупка, чтобы можно было полегче там территории захватывать, поэтому, но об этом немножко позже. Поэтому пока что тут тоже не особо такой крупный розыгрыш, но впечатляет. Обязательно следите за моими дальнейшими розыгрышами, у меня тут очень много розыгрышей. Вообще на всех серверах практически очень часто бывают розыгрыши. Что ж, встречайте 1-е место, Kia Singer. Крутой автомобиль, это у нас 1-е место. Переходим ко второму. Lexus GS. А мы переходим к 3-му месту. Lexus ISF. Что ж, вот такой неплохой, считаю, розыгрыш. На самом деле, для первого раза новогодний розыгрыш, думаю, нормально. Потом, конечно, будем, ну и не только новогодние, и такие часто достаточно устраивать, но покрупнее. Теперь давайте перейдем к самой заключительной части, именно условия участия в розыгрыше. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, нужно, первое, подписаться на мой канал Range 3 восьмерочки, где вы смотрите, собственно, этот ролик. И подписаться на мою группу ВК, ссылка на которую будет в описании. Второе, подписаться на канал Диона, Дион 3 двоечки. Третье, поставить лайк на этот ролик, написать крутой комментарий. Четвертое, перейти по ссылке на пост ВК с этим розыгрышем, поставить лайк, сделать репост к себе на страницу поста с этим розыгрышем, с роликом. Там же также будет продублированы все условия розыгрыша. Поставить лайк на этот пост с этим роликом и розыгрышем, сделать репост к себе на страницу и в комментариях написать свой ник с YouTube, с сервера, а также сервер, на котором вы хотите поучаствовать в конкурсе. Пятое. Перейти по ссылке на крутой клип, поставить лайк и написать крутой комментарий. Клип, если что, по Радмиру, ссылка на него будет в посте в ВК. Написать крутой комментарий, поставить лайк и ждать итогов розыгрыша. Постараемся сделать его после Нового года, а может до. Посмотрим немножко, но главное, чтобы было как можно больше участников, так будет поинтереснее, поэтому отправляйте этот розыгрыш своим друзьям, знакомым, кто играет там в МТА на серверах, чтобы они тоже поучаствовали, от этого зависит многое. Если вы хотите, чтобы было больше, крупнее розыгрыши, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем до скорого, всем пока.
Внимание, внимание, экстренное включение. Ковалевский сказал, что на этой неделе уже будет снег на Радмире МТА. То есть выйдет зимнее обновление. А это значит, что вслед за зимним обновлением, после тизера через пару недель будет и глобальное. Так что ждем доказательства на последнем стриме по GTA 5. Залетайте и смотрите стрим, там все есть. Сюда вставлять не буду, потому что, чтобы не было авторских прав. Сюда вставлять я бы с удовольствием. Я сюда вставил ролик, этот отрезок со стрима, но не хочу нарушать авторские права. Поэтому переходите под последний стрим по Радмир GTA 5 с RSTS, когда был там, он говорил прямо от Голливуда слова. Смотрим, ждем, ставим Лукасы. Все, всем теперь точно пока. Участвуем в розыгрыше. И еще. Сразу переходите на пост с розыгрышем ВК по ссылке в описании. Там уже все условия описаны. Так будет вам полегче все выполнить. Поэтому переходите туда по ссылке, все выполняйте и участвуйте в розыгрыше. Всем пока. Ну и, кстати, итоги розыгрыша будут во время стрима, поэтому ставьте колокольчик в прямом эфире под видео итоги.